О борьбе с терроризмом говорили сегодня в Пятигорске. Там прошло заседание совета при полпреде президента ВСКФО. Оно стало первым в обновленном составе. Среди участников глав регионов округа, в том числе губернатор Владимир Владимиров. В своем докладе он отметил, что на Ставрополье существует комплексная программа противодействия экстремизму. В прошлом году на эти цели потратили 13 миллионов рублей. В 2017-м финансирование сохранится на том же уровне. Владимир Владимиров подчеркнул, что ключевой элемент профилактики – это работа в информационном поле. Полпред Олег Белавинцев признал также особое внимание обратить на взаимодействие с молодежью. Подростки и молодежь – это самая социально незащищенная группа населения. Они наиболее подвержены влиянию различных деструктивных организаций, в том числе террористического и экстремистского толка. Делая акцент на превентивных мерах, необходимо использовать все предусмотренные законом полномочия, жестко пресекая любые проявления террористической и экстремистской направленности.